Приветствую вас. Причина, по которой я решил вам ответить на ваш вопрос, несмотря на то, что некоторые мои коллеги на него уже ответили, заключается в том, что мне представляется достаточно важным раскрыть вам один момент. Дело в том, что если вы хотите разлюбить человека, то, скорее всего, это значит, что чувства чувства к человеку причиняет вам боль. Если чувство причиняет вам боль, то, скорее всего, вы говорите не совсем о любви, потому что любовь причинять боль не может. Вот. Именно любовь причинить боль не может. Значит, у вас чтобы есть в чувствах к человеку такое, что прыгает, такое, что называют негатив. И, наверное, наша задача как психологов помочь вам в этом направлении, помочь вам отделить любовь от других негативных чувств, которые к любви сами по себе отношения не имеют. То есть, чтобы вы постарались понять, что любовь не связана с болью, с, негативом. Вот. А у вас это есть. И, соответственно, нужно посмотреть на то, вот что конкретно причиняет вам болезненно. И, соответственно, после этого уже будет несколько более понятно, что вам делать в дальнейшем. Ну, как правило, речь идет, конечно, про
созависимые отношения, конечно же. Вот. Как правило, речь идет про болезненность, ну, про болезненные отношения, к сожалению, потому что, ну, в противном случае ничего бы этого не было, и никакой боли вы бы не испытывали, никакой боли вы бы не чувствовали. Так, ну, получается, что раз какая-то боль есть, значит, вот, есть и зависимость. Вот. Ну, да. Такой вопрос. Что я для себя представляю? Вот. Что зависимость из себя представляет? И так далее. Вот. Это важно. Это важно. А вот, в принципе, то, на что, то, как, точнее, я могу вам ответить на вопрос. Вот. Соответственно, уже вам решать, значит, как дальше в этой ситуации поступать. До самого чувства к человеку вы не отвечаете, чувство возникает независимо от того, хотите ли вы его, этого чувства или нет. Но понятно, что вы можете путать любовь и какое-то другое ощущение, любовь, какое-то другое чувство, да, которое вот, по вашему мнению, может быть похоже на любовь, но любовь не является. Вот. Ну, а в остальном, конечно, мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович совершенно справедливо сказал, как вам нужно действовать. Тут каких-то вот простых решений нет, к сожалению. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.